Всем привет! Здесь мы собираем конструкторы от Lemma Toys и сегодня соберем танк МС-1. В набор входит клей, наждачка, 597 деталей конструктора и подробная инструкция. В этой инструкции мы увидим перевод всех обозначений на 16 языках. На каждой странице инструкции изображены места расположения нужных нам деталей. Для удобства каждая деталь в плашке пронумерована. Вспомогательный инструмент пригодится нам при извлечении мелких деталей из плашки и при сборке. А для мелких неровностей используем наждачку. Кончики детали под номером 1 должны быть направлены в стороны ушек детали под номером 4. Обращаем внимание на отметки и расположение деталей. Здесь также обращаем внимание на отметки. Деталь под номером 10 клеим в пазы с отметкой.
круглых отверстиях клея быть не должно. Обращаем внимание на отличие деталей и их расположение. Thank you.
обращаем внимание на отличия и расположение деталей. Обращаем внимание на отличия и расположение деталей. Таких должно быть 2 штуки.
Эти колеса вставляем по аналогии. Обращаем внимание на расположение деталей. Далее на этот вспомогательный инструмент не должен попасть клей. Таких колес должно получиться 8 штук. Этот вспомогательный инструмент нам больше не пригодится. Со вторым делаем то же самое. В круглых отверстиях клея быть не должно. Остальные 4 колеса вставляем по аналогии.
второе колесо собираем по аналогии. Второе колесо собираем по аналогии. Таким образом собираем две цепочки. Оставшимися деталями замыкаем цепь на колесах. Если гусеница провисает, то вы можете убрать одно звено из цепи. С другой стороны делаем то же самое. С другой стороны делаем то же самое. Готово! У собранной модели вращаются гусеницы, башня и открывается люк.
При желании игрушку можно раскрасить. А чтобы посмотреть или заказать этот и другие конструкторы, переходите по ссылкам в описании. Подписывайтесь на канал и соцсети Lemma Toys. Пока-пока!